Я приветствую вас на телеканале ТВ Голд. В эфире программа про фэшн, я ее ведущая Светлана Целищева. Главные тренды наступившего сезона дизайнеры определили еще полгода назад. Байеры, в свою очередь, заказали модели, которые, на их взгляд, непременно будут пользоваться спросом у их клиентов. Так что перед походом по магазинам в поисках модных вещей стоит узнать все о главных трендах. Так, например, доминанты сезона можно назвать этнику и фольклор. Многие бренды с удовольствием работали с этими направлениями, предлагая оригинальные платья, пончо, широкие кардиганы, объемные блузы и юбки. Для любительниц романтического стиля актуальна будет эльфийская тема, а вместе с ней летящие силуэты и невесомые ткани. Невероятно популярна тема религии и образы в стиле барокко, о которых мы подробно рассказывали в одной из наших программ. Очень необычно выглядит цветовая палитра на 2015-й. Вновь в тренде яркие цвета – желтый, синий, изумрудный, малиновый, бордовый и ярко-голубой. При этом актуальны и теплые оттенки. Так, например, многие краски ассоциируются с цветами восточных пряностей. Также остаются в моде колор-блоки и принты – цветочные, абстрактные, геометрические и психоделические. Смотрите программу про фэшн и будьте в курсе самых актуальных тенденций и узнайте все о самых модных событиях.